Как правильно исповедоваться, причащаться на Страстной неделе? Да каждый по-разному. Страстная неделя – это время особенное. Есть люди, которые весь пост усердно посещали богослужение, исповедовались, причащались регулярно на каждой литургии воскресной, может быть, даже кто-то и чаще. И поэтому бывает такое время, когда во время Страстной недели таким людям, может быть, стоит уступить место в очереди на исповедь тем, кто пришел к концу поста, вот как работники 11 часа, которые по каким-то причинам нам маловедомым, может быть, потому что они только-только очнулись к концу поста, может быть, что-то в них родилось к концу поста настоящее, вдруг решили подойти к Пасхе по-настоящему по-христиански. А служб очень много, священники часто перегружены, поэтому особенно перед службой Великого Четверга, когда вся церковь стремится приобщить святых христовых тайн. Мне кажется, что здесь христиане, которые действительно вот весь пост достаточно серьезно относились к своей душе, могут сейчас вот смиренно немножечко отойти в сторону вот, и дать возможность на Страстной неделе исповедоваться тем, кто за время поста этого не сделал, чтобы у священника была возможность по-настоящему глубоко каждого выслушать. Вот мой такой совет для практикующих христиан.